Познакомьтесь, пожалуйста. Это Руслана Коршунова. Так ее зовут. Да. Она вообще-то топ-модель. Но девушка, которая ни разу не участвовала ни в каких конкурсах красоты, не проходила подобных кастингов. Да, вот бывает, что раз, и судьба ей улыбнулась. Как это произошло? Но, опять же, обо всем, чтобы вы предложили нам что-нибудь эдакое, чтобы фигуру держать и витаминами подзапастись. В общем, сегодня я вам предлагаю приготовить завтрак. Он очень здоровый, в нем содержит очень много витаминов и очень питательный. Вот, так что он поможет вам сохранить энергию в течение дня и поддержать вашу форму. Давайте поддерживать лаваш. Здесь у нас... Да, мы сделаем рулетики с лавашем, с сыром и с зеленью. И сделаем салатик, который будет состоять из моркови, персика, поскольку у нас лето, яблоко. И мы добавим немножко лимонного сока. Угу. Орешки куда у нас пойдут? Орешки пойдут у нас тоже в салатик. Тоже в салат. Да. А сливки? Сливки мы смешаем с морковным соком. Угу. То есть это как бы добавление в Нью-Йорке очень большая, сильная конкуренция среди девушек, потому что желающих стать моделями очень много. И как бы проводятся постоянно конкурсы красоты, но я думаю, что мне судьба просто повернулась и улыбнулась. И, вот как она улыбнулась и повернулась? Вот первый, кто заметил? Как заметил? Ну, вообще все началось с Евы Бехер. Мы с ней познакомились в немецком лагере. Она была моей вожатой. И, в общем, воле случая мы оказались вместе на съемке журнала для All Asian. Он на борту самолета. В общем... Так. Была первая фотография. Не очень качественная или уже профессиональная? Но она была не очень качественная съемка, и поскольку я была еще не знала ничего об этом, поэтому... И была еще ребенком, хотела сказать. Да, еще была юным ребенком, было мне всего 15 лет. Вот. И все началось, в принципе, с этого. Постепенно эти фотографии попали в руки московского агентства. Если бы не, то тогда кем бы? Вот это стоял очень такой вопрос ребром, потому что я никогда... Родители ребром поставили вопрос? Да, и родители тоже. Моя мама всегда хотела, чтобы я пошла на экономиста. Но на самом деле меня не очень-то привлекала профессия. И... Ну, не очень веселая, скажем так. Не попутешествуешь, да? И, в общем, я до сих пор... Я очень хочу как бы продолжить. А тебя вообще как воспитывали, мама? Руслан с папой, что ты вот принцесса или что ты труженица? Или что нужно работать? Больше воспитывали как труженица. Тебе, наверное, как и всем, не очень это нравилось. Ну, я не против, я очень люблю работать. Ну, то есть я имею в виду, я люблю заниматься чем-нибудь. И я, чем? В принципе, не лентяйка. А чем ты любишь заниматься? Ну, вот спортом я очень люблю заниматься. А в данный момент, поскольку это очень модно, я занимаюсь йогой. А легко тебе соглашаться вот с установками фотомастеров, которые с тобой работают? Я от одного известного фотомастера услышала такую фразу, что мы снимаем не модели, мы снимаем не людей, мы снимаем отношения, которые складываются между мной, мастером, и моделью. И я его спросила, что даже могут возникнуть любовные какие-то чувства. Он говорит, да, на период съемок может. Вот я хочу у модели спросить. Игра перед камерой, как ты относишься? То есть ты, это какой-то такой артистический азарт перед камерой, ты можешь играть влюбленную или разочарованную. Да, друзья, для того, чтобы попасть в этих журналах, представляю, сколько копий ломают юные и не очень юные барышни. Тем не менее, это очень авторитетные журналы в мире моды и бизнеса, фэшн-индустрии, да? WL. Ну что, счастливица вы наша, сказали бы очень многие. Думаю, что на самом деле у Русланы Коршуновой, нашей героини, завтрак все еще впереди. Завтрак питательный и содержащий очень много витаминов готов. Вот рулетики, салатик и сок со сливками морковный. Ешьте на здоровье. И вспоминайте... Приятного аппетита. Да, вспоминайте встречу с нашей гостью.